Мы с нашим оператором. Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Вас беспокоит компания «Вивус», досудебный отдел. Меня зовут Елена Юрьевна. Да-да-да. Извините. Подскажите, пожалуйста, Елена 81-го года рождения вам знакома? Да. А кем приходится вам? Живу я с ней. Вы проживаете с ней. Она не рядом сейчас находится? Нет, она в больничке. Вы, пожалуйста, ей информацию передайте, чтобы она связалась с компанией «Вивус» по номеру телефона, который... Что за компания? Что за компания? Микрофинансовая компания. А вы вроде ей звонили. Как ваша фамилия, имя, отчество, напомните? Что значит фамилия? Меня зовут Елена Юрьевна. Елена Юрьевна, компания «Вивус», фамилия как? Да. Как фамилия ваша? Фамилия я вам... Почему? Зачем моя фамилия? Ну как это зачем? Вы, я так понимаю, хотите, чтобы мы заплатили денег? Я деньгами распоряжаюсь в этой семье. Я буду оплачивать. Может. Я должен понимать, с кем я разговариваю. Елена, у нас договор с Еленой. Вы ей передайте, пожалуйста, информацию, чтобы она с нами связалась. Да, передайте, пожалуйста, информацию своим руководителям, что Елена залезла в петлю благодаря вам. Я ее сам лично вынимал, и сейчас она под капельницей в больнице, потому что вы ее одолели. Понятно? В прокуратуре мне так и сказали, все разговоры записывать. Сейчас... Одновременно. Бога ради, записывайте, да. Я записываю вас в прокуратуру. Ради. Так и передайте. Елена в петлю прыгнула благодаря вам, сволочи. Что значит благодаря нам? Потому что вы наседаете на нее. Кредиты вы, вы за бабки что, можете душу продать. Мы пытаемся вернуть свои деньги. Какие ваши свои деньги? В суд идти надо, а не вот таким образом вымогать у людей, сволочи. Нужно жить по возможностям по своим. Все а верно, не брать, да, у человека кредиты. Трудности возникли, к вам обратилась. Вот. Вы там сколько ей накрутили? Что? Сколько процентов что значит, вы ей накрутили? Трудности... А? У человека возникли трудности, мы человеку вовремя выдали денежные да, средства, выдали. А теперь она сколько требуете отдала? С той суммы, которую вы выдали? Сколько вы дали и сколько требуете? И как требуете? Всего... По договору. По какому договору? Все по договору. В прокуратуре мне юрист объяснил, что этот договор носит признаки кабальной сделки. Не без разницы, что вам там объяснили. Вам не на мнение разницы. Прокурора плевать? Да? Что значит на мнение прокурора? Я вам еще раз повторяю. В прокуратуре... Вам объяснил юрист. Юрист с вас поимел денежные средства. Алло. Я прекрасно знаю, как работают юристы. Я работаю не первый год. И кто как проходит не судебный процесс? Ну, чтобы ты обосралась на своей работе, понятно? Ты что такое вы так делаешь? Со своей ты не первый год разговариваете, понятно? Да моя супруга, возможно, вообще теперь помойте. Разговаривать не будет. Никогда. Это благодаря проблемы таким, как ваши вы. И ваши супруги. Благодаря ей, еще раз что она накапала мои кредитов, проблемы останутся с моей, со мной. Тыкать будете в другом месте. Супруги тыкайте свои. Я супруги и я так тыкаю. Я с вами уважительно разговариваю. Ты вот не молодцы. Заслуживаешь никакого уважения на своей работе. Тыкать ты людей будете. Вынуждаешь прыгать тыкать. В петлю, вы глотать сейчас... мышьяк. Вы... Вами, в моем случае, вы будет заниматься сейчас... прокуратура. Уголовное дело, я уже заявление да, написал. Да Бога на заведение ради. За самоубийство. Можете слышали? Еще одну. Можете еще одну заявление слушай, ну ты тварь. Написать. Да, но денежные средства тебе плевать на людей, да? Будут возвращены. Денежные средства, может быть, и будут возвращены. А ты, овца, будешь в аду гореть, понятно? За свою жизнь, которую да ты прожила. Я вы тебе гарантирую. Вы так разговариваете со своими родственниками. Я со своими родственниками вы так и разговариваю. Вы сейчас воспитание я свое. Я знаю, вы вас все так говорите. Ты думаешь, первая, с кем я разговариваю? Кто вас воспитывал? Все, я сейчас трубку передам юристу. Будешь с юристом моим разговаривать в прокуратуре. Так и да знаешь. Да что вы говорите? Дмитрий Евгеньевич, все, поговорите с ней. Все, Елене Владимировне информацию передайте. О. Алло. Всего доброго, до свидания. Алло, майор